Нет-нет, это не популярное кулинарное телешоу. Это мастерская практика «Дорожный коржин» в Темиртауском музее, посвященный Наурыз Мейрамы. Сегодня ученицы общеобразовательной школы номер 6 познали секреты национальной кухни казахского народа. Девчонки приготовили лепешки шерпек, козы, шужук, талкан и курд. Все, что входит в дорожный коржин. Вот такой необычный формат мы использовали для проекта «Традиции и практики».